Здравствуйте, дорогие друзья. Мы опять в этом событии победное турне Мауриньо. И я вам расскажу, как прошел 7-й тур соревнования. Давайте зайдем в игры, в наши матчи. Только что закончился матч. Как видите, в 4:23 нам удалось победить в 7-м туре со счетом 2-1. Хотя первый гол забил противник. Вот. И давайте сейчас зайдем, посмотрим, что за приз нам выдаст система. Итак, как вы видите, 7-й тур, флажок стоит на 7-м туре. Мы победили, получаем игрока в аренде, 8-звездного игрока с навыками центрального полузащитника. Ну, давайте начнем. Получаем. О, 25 лет. Давайте посмотрим. Система перешла на 8-й тур. 8-й тур сегодня я, наверное, играть не буду. Сыграю попозже. Я сейчас вам покажу, значит, 7 туров играл каким составом. Вот смотрите. 7 туров, 4 защитника, 1 центральный полузащитник, DMC. И в центре поля, значит, ML, MC и MR. И 2 нападающих. Вот таким составом нам удалось победить, дойти до 7-го тура. Осталось 2 тура, 8-й, 9-й. Если удастся победить и в этих турах, я вам еще расскажу попозже. Так. Давайте посмотрим навыки этого игрока. Вот. Значит, навыки 140%. МЦ и МЦ. Значит, он нам выдан на 7 дней. Видите, 7 дней, 0 часов. Ну да, через 7 дней придется его возвращать. Он, наверное, будет польза от этого игрока. Ну так, пока останавливаюсь на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если было интересно. До новых встреч, друзья!